Друзья, сегодня говорим с вами о приеме, который называется штробас. Что же это за прием такой? Штробас позволяет сделать звук, похожий на усталость, на ленивость, на то, что вам больно, вам сложно. Очень интересный прием. Что же такое этот штробас? Вот послушайте звук. Дверь скрипит. А вот так. I'm feeling good. Так ведь лучше, правда? Для начала нужно нам добиться только отдельного звучания штурбаса. Для этого изображаем реально дверку. Делаем расслабленный звук и выдыхаем. Я устал. Как тяжело поговорить. Попробуйте проговорить фразу только на штурбасе. Я хочу домой. А теперь соединив ее с обычной речью. Я хочу домой. Я хочу домой. Самое главное первый звук. Я расслабь. Ну а теперь соединяем это с пением. Плавно въезжаем в нотку через штурбас. Я хочу, я хочу. Вот и все. Главное быть предельно ленивым.